Коронавирусы, КВ, многочисленное семейство вирусов, вызывающих болезни от бытовой простуды до более серьезных заболеваний, таких как ближневосточный респираторный синдром, БВРС-КВ, и тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС-КВ. Новый коронавирус, НКВ, это новый штамм, ранее у человека не выявлявшийся. Коронавирусы зоонозы, то есть патогены, передающиеся от животных человеку. По итогам тщательного исследования было установлено, что источником заражения людей ТОРС-КВ были цивиты, а БВРС-КВ – одногорбые верблюды. Известно еще несколько коронавирусов, циркулирующих среди животных, но случаев заражения ими человека пока не зафиксировано. К обычным признакам инфекции относятся респираторные симптомы, повышенная температура тела, кашель, одышка и нарушение дыхания. В более тяжелых случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый острый респираторный синдром, почечную недостаточность и даже смерть пациента. Набор стандартных рекомендаций по профилактике инфекции включает в себя регулярное мытье рук, прикрывание рта и носа при кашле и чихании, тщательной термической обработки мяса и яиц перед употреблением в пищу. Необходимо избегать тесных контактов с людьми с симптомами респираторного заболевания, например, кашлем и чиханием. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. В этом разделе можно найти информацию и рекомендации ВОЗ в связи с нынешней вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19, которая была впервые зарегистрирована 31 декабря 2019 года в Гаухань, Китай. На этой странице каждый день размещается актуальная информация о вспышке. ВОЗ поддерживает тесное взаимодействие с международными экспертами, правительствами и партнерами для быстрого получения научных данных о новом вирусе, отслеживания его распространения и оценки вирулентности и предоставления странам и населению рекомендаций о мерах по защите здоровья и предупреждению распространения вспышки.